Добрый день, дорогие друзья, с вами Анна Варшавская. Я работаю в компании Эрика Кармель уже больше 8 лет. Эрика Кармель – производитель прибора, это израильский мировой патент, израильская разработка, прибор B-Cure Laser, который смог решить проблемы ортопедические, проблемы боли, как острые, так и хронические, уже сотням тысяч людей во многих странах мира. Этих людей объединяет одно. Они пришли к нам, потому что у них болело, у них были серьезные проблемы. А сейчас они довольны, они повысили качество жизни, они пришли, многие забыли про свои проблемы, многие пришли к длительной положительной ремиссии, повысили качество жизни. Скажем, наш прибор на данный момент считается самым востребованным и самым популярным прибором, лазерным прибором, в том числе и для домашнего использования, не только в Израиле, но и в других странах. Почему не только? Потому что этот прибор изначально разрабатывался и используется в клиниках и в больницах. Это не игрушка только для домашнего использования, поэтому качество очень высокое и эффективность очень высокая. При этом прибор легкий, простой и абсолютно безопасный. То есть этим же прибором пользуются ведущие врачи, хирурги, ортопеды в реабилитационных центрах, в клиниках в Израиле, зубные врачи, врачи спортивные, которые лечат спортсменов, в том числе олимпийскую сборную Израиля. Таким же прибором, точно таким же прибором вы лечитесь сами, дома, в удобное вам время, несколько раз в день, по 8 минут, по тем рекомендациям, которые разработаны и даны врачами, которые используют наш прибор уже много лет. Это серьезный медицинский прибор, поэтому результаты такие хорошие. Прибор абсолютно безопасный, он не влияет ни на сердце, ни на сахар, ни на легкие, ни на давление. Разрешен даже тем, у кого стоит кардиостимулятор. Естественно, у прибора есть и разрешение Минздрава, и Институт стандартов, и европейский стандарт. Страны, в которых мы начали продавать и продаем прибор, таких стран становится все больше и больше. Я уж не говорю про Израиль, который мы каждый день продаем от 50 до 100 приборов. Каждый день. Это и Россия, и Прибалтика, и Европа, и Америка, Канада, Австралия и даже Африка. Естественно, так как прибор медицинский, мы провели и проводим в эти годы, за эти 8 лет, постоянно клинические испытания, которые доказывают и эффективность этого прибора при лечении разных проблем, и безопасность этого прибора. И сегодня я вам хочу рассказать о нескольких клинических испытаниях. Давайте начнем с России. В России было проведено несколько испытаний. Первое. Федеральное медико-биологическое агентство провело испытание лечения с помощью прибора B-Cure Laser на проблемы у спортсменов. То есть была взята группа 12 человек, которые страдали от острой боли в коленях и от остеоартрита коленей. Собственно, это одно из очень распространенных заболеваний, которыми страдают спортсмены. Это были игроки регби, баскетбола, дзюдо, футбола. И вот какие результаты. Уже через 7 дней по результатам и по мнению тех спортсменов, которые, использовали этот прибор, боль прошла на 50%, то есть снизился уровень боли. А через 14 дней больше, чем на 90%. Это прекрасные результаты. И это доказывает, что прибор действительно работает, только его нужно купить и лечиться. Если вы его не купите и не будете лечиться, понятно, что результата не будет. Следующее клиническое испытание, которое было проведено нашими представителями в России, это испытание, которое было проведено в больнице в городе Пермь. Прибор использовался при имплантах, то есть во время имплантирования зубов было проведено клиническое испытание.
были две группы, естественно, не врачи, не сами больные не знали, к какой группе они относятся, или к контрольной группе, или к той группе, где действительно используется BiCure лазер. Результаты были ошеломляющие. Сейчас я вам расскажу про них, минуточку. Так, смотрите. Во-первых, уровень боли уменьшился в той группе, где использовали действительно BiCure лазер, в 5,5 раз. То есть было очень серьезно сокращено количество приема обезболивающих лекарств по сравнению с обычной группой. Практически свелись к минимуму осложнения, отторжения, отеки. И таким образом, те люди, которые использовали BiCure лазер, они практически не ухудшили качество своей жизни. А что очень важно, когда человек собирается и начинает заниматься имплантированием. Поэтому, если вы собираетесь или планируете заняться своими зубами, серьезно подумайте, может быть, вам стоит приобрести прибор BiCure лазер для того, чтобы все эти процедуры прошли просто, безопасно, без остеков, нарывания, отторжения. И самое главное, сохранить то качество жизни, к которому вы привыкли. Дальше. Несколько испытаний было проведено в Италии. Я вам хочу рассказать первое испытание. Это было у нас в университете Сапиенза. Вот. Опять-таки, было выбрано две группы людей. Ни врачи, ни пациенты не знали, они в контрольной группе или нет. Значит, было две группы. Первая использовалась BiCure лазер, вторая контрольная группа, а третья принимали лекарства. И выяснилось, вы можете это проверить по графу. Естественно, более подробно вы можете прочитать про эти испытания, исследования у нас на сайте. Что BiCure лазер снимал боль ровно так же, как и обезболивающие таблетки. Причем проводилось испытание при болях челюстного сустава, но это также абсолютно доказано при облегчении, при воспалениях и болях и других суставах. Это могут быть суставы пальцев рук, плечи, колени и так далее. Эти красноречивые результаты очень важны, так как в отличие от обычных таблеток, BiCure лазер абсолютно безопасен. То есть он не влияет и нет побочных эффектов, как у многих очень таблеток. Другое исследование, проведенное в университете Пармы в Италии, показало, что использование прибора сократило уровень боли уже через одну неделю практически в два раза, в отличие от плацебо, той группы, которая использовала прибор. Естественно, опять-таки никто не знал, ни врачи, ни пациенты. Уровень боли при болях в суставах, при воспалительных процессах в суставах в случае плацебо остались на том же самом уровне. Так, что у нас идет дальше? Окей. Так, теперь. На днях мы получили результаты клинического испытания, которое было проведено в Бразилии, в университете Сан-Пауло. Там прибор BiCure лазер использовался при операции, при открытой операции на позвоночнике. BiCure лазер использовался 3 раза. То есть вначале перед операцией, когда было во время операции, когда уже зашивали и закрывали само это операционное поле. Результат, процесс реабилитации сократился на 40%, осложнений не было. И самое главное, в прошлом году мы провели в Израиле проверку, опрос абсолютно независимый института геокартографии, где было опрошено больше 10 тысяч наших клиентов, которые купили прибор год назад и пользовались им около 3 месяцев, не меньше 3 месяцев. Результаты были очень хорошие. То есть больше 60% людей остались довольны результатом и очень довольны, рекомендуют использовать BiCure лазер и говорят о том, что качество жизни их намного выросло. 70%
сообщили, что уровень боли с невыносимой спустилась практически на минимум. Вот. И самое главное, что люди обратили внимание, и это речь идет о серьезных хронических заболеваниях, что как бы качество и результаты, и эффект от лечения прибора – это, собственно, то, о чем мы говорим. Не торопитесь, наберитесь терпения, проблемы серьезные. Со временем лечение увеличивается. То есть, чем больше вы пользуетесь прибором, тем лучше результат. Это еще раз подтверждает абсолютно доказанная эффективность как метода мягкий холодный лазер, так и нашего конкретного нашего прибора, который отличается от многих других тем, что он маленький, простой и абсолютно безопасный. Вы покупаете этот прибор и пользуетесь им дома в удобное время. Кнопочка, время, включаете прибор, идет зеленый свет, площадь лазерного лечения 4,5 квадратных сантиметра. Аналога такого прибора для использования в домашних условиях нет. Эффективность самая высокая, и вы можете лечить все свои проблемы, как острые трещины, переломы, ожоги, порезы, порванные связки, так и хронику. Если вы действительно хотите присоединиться к сотням тысяч людей, которые за эти годы смогли решить свои проблемы, забыть про боль, повысить качество жизни, и неважно, в каком вы возрасте, и не рассказывайте мне, что в вашем возрасте ничего не поможет. Поверьте мне, я знаю, поможет. Только нужно собраться с духом и начать лечение. А мы всегда ответим на все ваши вопросы. Вы уже сейчас можете зайти на наш сайт, прочитать всю подробную информацию. Естественно, за несколько минут я не могу вам все это объяснить. Или звоните по телефону для израильтян. Звездочка 3414. Если вы находитесь за границей, 972-73-729-3001. У нас работают русскоговорящие девушки, которые с удовольствием расскажут вам, подберут вам конкретную модель, которая необходима именно вам для решения ваших проблем. Расскажут, как прибором пользоваться, какие результаты вы можете получить. И помогут оформить вам заказ. Всего доброго. С вами была Анна Варшавская. До новых встреч. И главное, будьте здоровы.